В эфире телеканала «Беларусь 4» «Де-факто», в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Специалисты комитета госконтроля Гомельской области выявили нарушения в общепите, связанном с отделами образования. Сотрудники госконтроля проверили, как осуществляются закупки в учреждениях Будокошелевского, Ветковского, Ельского, Калинковичского и Кормянского районных отделов образования, а также железнодорожного и центрального районов Гомеля. В результате проверки всплыли системные нарушения и незаконное расходование средств почти на 100 тысяч белорусов. Основные нарушения, которые мы посмотрели, и суть выявленных нарушений, это прежде всего осуществление закупок продуктов питания без проведения необходимых процедур, которые, значит, регламентированы законом о государственных закупках. И, скажем так, самое массовое нарушение, которое мы установили, это, значит, нарушение при исполнении уже заключенных договоров о государственных закупках. То есть, когда отделы образования заключали дополнительные соглашения и зачастую, значит, менялись объемы и стоимость приобретаемых товаров, которые в том числе влекли дополнительное расходование бюджетных средств. Масштабный рейд по парковкам провели инспекторы ГАИ. В центре внимания оказались места для инвалидов. Сотрудники проверили, занимают ли их не имеющие на это право водители. Как показал рейд, это происходит практически повсеместно. Нарушения носят распространенный характер. Водители не стесняются знаков с инвалидной коляской, без зазрения совести паркуются возле центрального рынка, торгово-развлекательных центров, зданий администрации и гипермаркетов. Последние объекты и вовсе бьют все рекорды по количеству откровенных нарушений. Очень много поступает жалоб со стороны водителей транспортных средств, управляющих, которыми управляют лица с ограниченными возможностями. Город, к сожалению, загружен транспортом. Наличие оповещающего знака на стекле автомобиля, согласно правилам, носит рекомендательный характер. Водитель с ограниченными возможностями может его и не вывешивать. Однако те, кто не имеют группы по инвалидности, рискуют заплатить штраф до 2 базовых величин. Конечно же, в случае, если инспектор проверит авто по базе данных. Таких мест для парковки инвалидов не очень много выделено, поэтому, когда человек приезжает и пытается припарковаться, оно занято. И ему приходится парковаться на общих основаниях. 4 автомобиля столкнулись сегодня на улице Советской в Гомеле. Со слов очевидцев, водитель «Сузуки», выезжая с дворовой территории, решил объехать стоявший на правой полосе грузовик, но столкнулся с автомобилем «Хонда», из-за чего последнюю иномарку отбросила на встречку, где она столкнулась с троллейбусом и с автомобилем «Рено». Пострадавших нет. Авария в Светлогорском районе оказалась чем-то похожей на предыдущее ДТП. Только произошла она на загородной трассе, где водитель легкового авто попытался объехать трактор. В итоге Passat занесло, он съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто находились 3 человека, водитель в больнице. А хозяйка этой иномарки вовсе продемонстрировала чудеса вождения. Девушка перепутала скорости и, дав газу задним ходом, заехала на крыльцо одного из гомельских банков. К счастью для водителя, пешеходов на ступеньках в тот момент не оказалось. Таков обзор происшествия к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.